Ну, что финал это точно останутся. Вы уже хотели, чтобы я сейчас куда-то ушел или чего? Нет, до роля, до финала это точно я останусь в Химках. Понятно, это у меня есть контракт. На выступление сейчас финал отыграем и непосредственно уже думаем об усилении. Усиление оно должно быть, это нормально, чтобы была и конкуренция у игроков. И, естественно, если ты заходишь в премьер-лигу, то нужно заходить прочно на ногах, а не, как говорится, ставить задачу за выживание. Такую задачу, я думаю, что однозначно я сам и не буду ставить. И здесь нужно понимать игрокам, что если мы там попали, мы должны надолго туда зайти и радовать болельщиков и героев результатов. Это не уровень, при всем уважении. А естественно, это лучше должен быть уровень. И сегодня вот я даю интервью, и, конечно, я хотел бы, чтобы расширили лигу. Но, понятно, это не мои компетенции, потому что Самара, это я там был и как тренер, и как игрок. Это супер город, и болельщики просто замечательные. И, конечно, не по спортивному где-то принципу все это случилось и с Оренбургом, и с Самарой. И я вот как бы, если возможно, рассмотреть непосредственно расширение, было бы я, наверное, это по спортивному принципу правильно. Но есть руководство РФС, которое принимает решение. Но, по крайней мере, я в Спорт-Экспрессе обратился. Вот если была бы такая возможность все-таки рассмотреть эту ситуацию. Потому что, ну, действительно, тут нужно, может быть, и с пониманием относиться. Вот то, что после пандемии случилось. Поэтому буду надеяться, что все-таки, может быть, последний момент, может, как-то пересмотрит руководство РФС, и все-таки появится возможность, чтобы оставить и Оренбург, и Крылья Советов в премьер-лиге. Это не мы расстроили. Мы делали свое дело качественно, поэтому Химки-то здесь ни при чем. Потому что уже игроки делали свое дело, качественное поле, а здесь уже все вопросы, это кто руководил командой и все. У вас что, сомнения есть, что ли? Конечно, я и чувствую, и могу, поэтому здесь никаких проблем у меня нет. Ну, не знаю, пока у меня финал впереди, пока я бы